И вернемся к политической повестке в стране и новым назначениям. Итак, Олжас Бектенов – новый премьер-министр Казахстана. Вместо него главой администрации президента стал Айбек Дадибаев. До сегодняшнего дня он занимал пост управляющего делами президента. Роман Скляр остается первым заместителем премьер-министра страны. И Галымжан Койшыбаев, помимо должности зампремьер-министра, также переназначен руководителем аппарата правительства. Надо отметить, что большинство министров сохранили свои должности. О новых лицах в Кабмине. Нурлан Байбазаров указом президента назначен заместителем премьер-министра и министром национальной экономики. Сменился руководитель его Министерства финансов. Главой стал Мади Такеев. Бывший сенатор Акмарал Альназарова возглавила Минздрав. А МЧС теперь будет руководить Чингиз Аринов.